Добрый день, наши милые зрители! Сегодня в новом видеообзоре мы приготовили для вас только самые необычные новинки от приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». И эти украшения уже есть на нашем сайте. Пусть предновогодние хлопоты будут в радость, а вот с выбором подарка поможет наш сегодняшний видеообзор от интернет-магазина «Серебряная птица». Представляем вашему вниманию кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии радирования и с вставкой ситалом собственной огранки. Нам так приятно начинать наш видеообзор с такой невероятной красоты. Посмотрите, какой великолепный ситал, сколько оттенков в нем. Розовый, бежевый, лиловый, голубой. Может быть, вы найдете еще какие-то цвета? И обратите внимание на дизайнерскую оправу. Очень интересно и необычно смотрится. Огранка вставки повторяется в серьгах и в кольце. И вместе комплект смотрится просто шикарно. Высота серег 19 мм, диаметр вставки 14 мм, паспортный вес 8,29 грамма. Диаметр вставки кольца 14 мм, паспортный вес 4,79 грамма. Представляем вашему вниманию серьги и подвеску из серебра 925 пробы. Покрытие оксидирования с элементами выборочного золочения. Вставка на украшениях фианит. Яркое солнце в покрытии выборочное золочение в кругу сверкающих фианитов. На наш взгляд, самое жизнеутверждающее сочетание, которое создает особое позитивное настроение. На серьгах в этой модели английский замочек, дизайн полностью идентичный подвеске. Вы можете заказать украшения как вместе, комплектом, так и по отдельности, добавляя разнообразие любимым образом. Диаметр подвески 29 мм, паспортный вес 5,57 грамма. Высота серег 47 мм, ширина в самом широком месте 29 мм. Паспортный вес 11,84 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования, без вставок. Невероятная утонченность и женственность – все в этих украшениях. Посмотрите, какие воздушные завитки предлагают нам ювелиры Красной Пресни. Этот комплект может подойти как к праздничному, так и к повседневному образу, добавляя утонченности и мягкости. Такие легкие украшения обязательно должны быть в коллекции аксессуаров каждой любительницы филигранных узоров. Паспортный вес серег 7,9 грамма, кольца 3,31 грамма. Представляем вам серьги из серебра 925 пробы без вставок, покрытие радирования и золочения. Лаконичные и легкие, не создающие перегруза в образе, в этих серьгах все, что мы так любим. Крепление на них – классический английский замочек. Очень приятный геометрический дизайн. Такие серьги станут отличным дополнением к яркому или деловому образу. Паспортный вес изделий около 8,5 грамм. Выбирайте покрытие на свой вкус и заказывайте серьги на нашем сайте jewmagazine.ru.
комплект, в который входят серьги и кольцо в серебре 925 пробы, покрытие украшений радирования, вставка, сета, собственные огранки. И вновь неповторимой красоты вставка, которая вживую будет выглядеть еще эффектнее, поверьте, чем на фото или видео. Благодаря квадратной огранке и очень интересной оправе, украшения выглядят просто безупречно, согласитесь? Скорее переходите по ссылкам в описании к видео и заказывайте к празднику свой идеальный комплект украшений. Высота серег 21 мм, размеры вставки 14 на 14 мм, паспортный вес 9,15 грамм. Размеры вставки на кольце также 14 на 14 мм, паспортный вес 5,5 грамма. Серьги из серебра 925 пробы без вставок, в покрытии оксидирования и золочения. И вновь мастера-ювелиры красной пресни радуют нас ажурными филигранными узорами. Посмотрите, какая утонченность и женственность. Словно капелька росы, так смотрится декоративная часть серег. Выбирайте покрытие на свой вкус и заказывайте изделия на сайте нашего интернет-магазина «Серебряная птица». Паспортный вес украшений около 6,5 грамм. Представляем вашему вниманию очень необычный комплект, в который входят серьги, кольцо и подвеска. Все украшения из серебра 925 пробы в покрытии золочения. Шарма добавляет украшениям ювелирное стекло и эмаль. Если к новогоднему образу вы искали что-то яркое, насыщенное, то вы нашли именно то украшение, которое будет воссоздавать вам настроение все новогодние каникулы. И не только. Посмотрите, какая глубина цвета, какие переливы. С этим комплектом вы точно соберете все комплименты на любом торжестве. И кроме своей эстетичности, изделия отличаются удобством ношения. Шинка кольца не препятствует сжатию ладони. На серьгах крепкий английский замочек. Порадуйте себя качественными украшениями к новогодним праздникам. Высота серег 40 мм, ширина 15 мм, размер вставки 13 на 5 мм. Паспортный вес 8,66 грамма. Паспортный вес кольца 5,61 грамма. Размеры подвески 22 на 14 мм. Размеры вставки 13 на 4 мм. Петелька 8 мм. Паспортный вес 3,54 грамма. Представляем вашему вниманию серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие украшений оксидирования, вставка гематит. Для любительниц глубоких графитовых и черных оттенков мы приготовили кое-что абсолютно уникальное. Оцените, какой оригинальный комплект украшений с гематитом. Несмотря на то, что камень довольно темный, за счет филигранной оправы и безупречной гладкой поверхности украшения выглядят празднично и благородно. Заказывайте их прямо сейчас на сайте нашего интернет-магазина jewmagazine.ru и будьте неотразимы. Размеры верхней части кольца 23 на 18 мм, размеры вставки 18 на 12 мм, паспортный вес 4,74 грамма, высота серег 23 мм, ширина 18 мм, размеры вставки 18 на 12 мм, паспортный вес 8,29 грамма.
подвеска из серебра 925 пробы, в покрытии родирование и золочение. Миниатюрная, минималистичная эта подвеска может быть как весьма скромным аксессуаром, так и абсолютным трендом в вашем образе. Сегодня очень модно сочетать несколько подвесок разной длины, и если посмотреть на стиль законодательниц моды, у каждой из них можно найти именно такую подвеску на короткой тонкой цепочке. Не отказывайте себе в удовольствии и не бойтесь проявлять себя, а магазин «Серебряная птица» с удовольствием вам в этом поможет. Диаметр подвески 14 мм, петелька 6 мм, паспортный вес около 1 грамма. Представляем вашему вниманию кольцо из серебра 925 пробы без вставок, в покрытии оксидирования либо золочения. Ура! Случилось то, чего так ждали многие наши покупательницы. Красная Пресня изготовила кольца на вторую фалангу пальца, и теперь с этими украшениями можно воплощать в жизнь самые невероятные ювелирные мечты и эксперименты. Сейчас кольца на вторую фалангу являются абсолютным трендом. Не упускайте шанса забрать в свою коллекцию и такое модное веяние. На нашем сайте представлены размеры для таких колец 14,5 и 15. Это как раз очень хорошо подходит для того, чтобы надеть кольцо на палец и при этом не бояться, что оно может упасть с него. Будьте самыми стильными в ваших украшениях. Ширина кольца в самом широком месте 22 мм, паспортный вес около 2 грамм. Колье из серебра 925 пробы в покрытии родирования либо золочения. Вставка на изделиях – фианит. Нежное и почти невесомое колье от мастеров-ювелиров Красной Пресни. Посмотрите, какая утонченность. Такое колье можно смело сочетать с любым нарядом и дополнять его украшениями из вашей коллекции. Оно послужит отличным дополнением к таким же утонченным изделиям с фианитами, так и к более ярким и массивным украшениям, создавая едва заметный акцент в области шеи. Ширина цепочки 1 мм, диаметр вставок 3 мм. На колье имеется цепочка-регулятор длиной 5 см. Паспортный вес изделия 3,5 грамма. Представляем вам комплект украшений из серебра 925 пробы, в который входят серьги и кольцо в покрытии родирования, вставка на изделиях, искусственный авантюрин и фианиты. И вновь изысканные и удивительные украшения для праздника и торжества. Уже знакомая вам форма кольца и серег с новой вставкой, таинственным авантюрином с прекрасными сверкающими вкраплениями. Вставка имеет несколько оттенков и может изменять цвет в зависимости от освещения. То, что нужно, например, для празднования Нового года. На серьгах английский замочек. Высота серег 20 мм, ширина 13 мм. Размеры вставки 12 на 8 мм. Паспортный вес около 7,5 грамм. Размеры верхней части кольца 20 на 13 мм. Размеры вставки 12 на 8 мм. Паспортный вес около 4,5 грамм. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирования. Вставка искусственный черный агат. Для любительниц плотных и черных вставок у нас тоже есть интересное предложение. Вот такой комплект в
покрытие оксидирования. Украшения смотрятся очень благородно и богато, согласитесь. При этом носить их очень комфортно. Шинка кольца зауженная. Серьги не утяжеляют мочку уха. Крепятся с помощью английского замочка. Очень удачное решение для строгого или нарядного образа. Высота серёг 35 мм, ширина 18 мм, диаметр вставки 14 мм. Паспортный вес 6,4 грамма. Ширина кольца 18 мм, диаметр вставки также 14 мм. Паспортный вес около 6,5 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии золочения, без вставок и украшенные алмазной гранью. Как добиться того, чтобы украшение было ярким и заметным, даже без вставок? Ювелиры Красной Пресни знают ответ на этот вопрос. Верно, это алмазная грань. Бесподобный блеск и в то же время утонченность именно благодаря алмазной грани и витиеватым узорам. Вот отличительная особенность этого комплекта украшений. Переходите по ссылкам в описании к видео и совершайте покупки на нашем сайте. Паспортный вес серег 3,6 грамма, кольца 2,4 грамма. Представляем вашему вниманию подвеску из серебра 925 пробы. Покрытие золочения или радирование на ваш выбор. Вставка – ювелирное стекло Сваровски. Крестики давно уже стали не только глубоким религиозным атрибутом, но и вполне светским декоративным украшением. Например, полюбуйтесь на эту модель, украшенную ювелирным стеклом Сваровски. Очень элегантно и в то же время скромно. Очень актуальная модель для любых взглядов и конфессий. А как сверкает вставка? Настоящий восторг! Паспортный вес изделий около 2,6 грамма. На этом наш видеообзор подошел к концу. Спасибо вам за внимание и вашу обратную связь. Мы не устаем повторять, как много она для нас значит. Ведь все наши старания только для вас, наши милые зрительницы. Здоровья вам, благополучия и счастья! Искренне ваш интернет-магазин «Серебряная птица».